Всем привет, вы на канале Все для души. И мы сегодня с Руиксом без наушников на Зеркальных озерах в Псковской области. В общем, копать будем все сигналы. Кому это не интересно, можете сразу выключать. И как бы и ладно, начнем. Ну а там что будет? Ну вот наш первый сигнальчик. Грибников много. Попробуем. Вот так вот. Закопать не буду. Что-то я. Ага. Невская. Идем дальше. Не стал снимать. Смотрите, чего надыбал. Ну, это бижутерия, естественно. Но все же колечко. Прикольно. Ладно, идем дальше. Слабый сигнал. Аккуратненько. Вообще слабый. Знаете, что это? Очень слабое. Фольга. Фольга. Еле-еле 88 проскакивает. Может и фольга быть. Здесь неподалеку царская дорога шла. Но что-то, сколько я здесь. Сколько я здесь хожу. Нифига не получается найти ничего с царской. Ну это неинтересно.
А это что еще такое? Ну-ка. Да ничего интересного. Интересный сигнал. Интереснейший сигнал. Монетку мы точно здесь найдем. Понятно. Ну, это, скорее всего, пробка. Ну, здесь много народу отдыхало. Не, не пробка. Поэтому, может, что-то интересное будет. 86-91 прыгает. Еще здесь 89-90. Такой сигнал чревато интересная находками, но он также да, вот интересная находка. Вот так вот. Семьдесят один. Я вижу, ребят. Это монетка. 10 копеек на поверхности лежала. Вот так вот. Идем дальше. Там, где люди отдыхают каждый год. И вот еле-еле сигнал. Но можно попробовать. В принципе, есть песочек. Да. Все.
88. Интересный сигнал. Интересный сигнал. Восемьдесят шесть. Я думаю, что в батарейке что-то. Алюминий. Сигнал без ВДИ. Ну, так я и колечко нашел. Правда, из драгметалла. Не понял. Не понял. Где ж ты, сигнальчик? Так, ладно. Еще рядышком. Ага. Там, я думаю, смысла тоже нет смотреть. Сигнал 63 в 0 бьет и 70. Наверное, это пробка. Но не проверить нельзя. Теперь 86 бьет. Да. Это пробка. Вот так вот. Сигнальчик. Здесь люди останавливались. Грибники. Монетку какую потеряли. Ну что? Интересно. Яныч, помощник мой. Да, Ян? Здоровайся. А? Балбесыч. Медная штучка-дрючка. Ладно. Здесь просто может быть все что угодно. Интересно. Хоть бы бижутерию, и то. Это, скорее всего, крапчанская. Да. Вот она.
Вот она. Ямочки зарываем. Пятьдесят, 49 ям. Все? Злиться. Какая-то штучка. Я предполагаю, нам неинтересно. Свинья, что ли? Да. Восемьдесят один, 82. Рядом такой же сигнал. Я предполагаю, это пробки. Но иногда ребят под такими сигналами выскакивают довольно интересно вещи. Пробка. Уже вижу. Тоже, скорее всего, пробка. Но выкопать надо. Ян. Ага. Ага. Старый пробка. Восемьдесят два дает, 78. Еле-еле. О, дай. Ну, я думаю, что это или пробка, или фольга. Уже 50, 60. Пятьдесят семь. Дальше. Пятьдесят семь. Тяжело в лесу копать. Вообще ВДА и нет. Вапшпе нет. Так. Это значит что-то мелкое. Это что-то значит мелкое. Я предполагаю, что это такая же жбань. Да. Тоже свинец. Наверное, последний сигнальчик. И потом уже по факту. Потому что, ну, это... Это очень тяжело. Это очень тяжело. Попасть. Дороги вообще копать нельзя, как бы. Но мы аккуратненько.
по факту теперь буду показывать. Второй сигнал, как я сказал, по факту буду копать. О. Ну это ходячка. Нет. Нифига не ходячка. Это 89-й год, 15 копеек. Вот тебе и на. Немножко не дотянул. Так бы на камеру выкопал. Вот это уже радует. Здесь можно походить. Вот такая штука. Офигеть. Лайкос. Идем дальше. Я, конечно, не надеюсь. Я же свое счастье профукал. На камеру выкопать. Ну, все может быть. Тоже прыгающий сигнал такой. Тут был 47. До 50 не доходил, а этот до 55 доходит. И главное, уверенный. Ну, и где же ты? Интересная штучка, а может нет. Так, ладно, проверим еще разок. 49, 52. Очень странно. Ну да. Ничего интересного. Ну это не монетка, я предполагаю. Что ж ты будешь делать, а? Что-то маленькое. Где? Где? Почему-то оказалось здесь. Давайте вот так вот сделаем проще. Угу. Клемма. Какой-то странный звук. Похож на пятак советский, поздний. Очень похож. Это не пятак, это пробка. Семьдесят. О,
Попробуем взять. Но это будет тяжеловато, конечно, если не наверху. Повезло. Что же это такое? Вот. Ребята, а это монетка. 10 копеек. Ну и что? Зато монетка. Вот так вот. Гисюлик. Ага, ходячка. Идем дальше. Прыгающий сигнал. И опять в корнях. Это алюминиевая проволока. Все, ребят, села катушка. Часа два ее заряжал, а месяца два вообще ее не трогал. И вот такая вот беда. Села как? Расскажу вам. Вода не показывает, ничего не показывает. Но блок работает. Ни звука, ничего. В общем, ладно. Поковырялись, побегали. Всем пока и до новых встреч.